Бронза главного континентального старта года для юных боксеров у бендерчанина. Воспитанник бендерской школы бокса Михаил Царану стал третьим чемпионата Европы среди юниоров. Он выступает в весовой категории до 48 килограммов. Тренирует спортсмена известный тренер Федор Кара. Бендерчанин обошел 14 участников и завоевал 2 медали первенства. Юниорский чемпионат Европы по боксу среди юношей и девушек проходил в городе Галац, Румыния.